Всем привет! Этот выпуск на канале Albatros Сантехника посвящен сравнению насосов Grundfos серии сборки от дешевой китайской подделки. Часто нас как покупателя привлекает низкая цена и реклама в интернете, которая притягивает надписью «оригинал», да еще и дешево. Но давайте разберемся, так ли это на самом деле. Для сравнения, у нас два циркуляционных насоса. Один оригинал торговой марки Grundfos UPS-2560-130, который вы можете приобрести на сайте Albatros Сантехника. Цена на сегодня приблизительно 60 евро. Второй насос мы купили на местном рынке в Украине за 20 долларов. И он ничего общего с Grundfos не имеет. Подделана надпись и логотип. Сразу обозначим и скажем, что в левой части экрана оригинальный европейский насос, а в правой части экрана подделка. Ну что ж, теперь давайте сравним и найдем отличия между оригиналом и фейком, для того, чтобы наш зритель имел возможность грамотно и безопасно сделать покупку. Начнем с распаковки оригинального насоса. А отличие начинается уже с заводской упаковки. В комплекте с оригинальным насосом Grundfos идет инструкция по эксплуатации, но более важно наличие оригинального гарантийного талона с голограммой и официальной гарантии от Grundfos Украина. Подделки мы находим лишь инструкцию по монтажу и больше ничего. Обратите на это внимание. В комплекте к оригинальному насосу Grundfos идет сам насос, одна пара уплотнительных прокладок, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон с голограммой и заводская картонная упаковка. Обращаем внимание на штрих-коды и упаковку. В оригинале картонная коробка чуть больше запечатана, в отличие от фейка. Маркировка на внешней панели самого насоса оригинальная и четкая, без размытостей и легко читаема. Оригинальные насосы торговой марки Grundfos серии UPS изготавливаются на производственной площадке в Сербии. Обратите на это внимание. Это трехскоростной насос, и каждой скорости соответствует своя потребляемая мощность. В данной модели это 50, 60 и 70 Вт на скоростях 1, 2 и 3 соответственно. На корпусе оригинального насоса в виде цифр и букв отлиты соответствующие условные обозначения с обоих сторон. Оригинальный насос не комплектуется кабелем и евровилкой. Теперь рассмотрим подделку на Grundfos. Сразу бросается в глаза встроенный шнур питания с евровилкой. Надпись и маркировка более жирная и слегка размыта. Маркировка скоростных режимов и значений отличается от оригинала в сторону большего энергопотребления. Но на деле эти значения могут еще больше отклоняться от нормы. То есть, приобретая подделку, вы можете получить не только большее энергопотребление насоса во время работы, но также может оказаться, что заявленные характеристики напорные не соответствуют действительности, и как результат ваша система отопления может работать некорректно. Придется либо менять насос, либо докупать дополнительные, а это дополнительные издержки. На подделке отсутствует штрих-код на корпусе насоса, а также отливка условных обозначений на корпусе насоса подделки только с одной стороны. Цвет корпусов насосов почти одинаковый, поэтому на этот показатель ориентироваться не будем. Итак, еще раз. Слева оригинальный насос торговой марки Grundfos UPS, справа фейк, подделка. Официальная гарантия и наличие гарантийного талона на оригинальное изделие позволят вам в случае необходимости произвести сервисное обслуживание устройства в любом авторизированном сервисном центре Grundfos Украина. Гарантия на оригинал составляет 5 лет. На фейк гарантию в лучшем случае даст от себя продавец 1-12 месяцев. Надеемся, это видео поможет вам сделать правильный выбор и приобрести качественный товар. Было полезно? Ставь лайк, подписывайся на канал. Перейдем.